Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребят, сейчас мы дальше пойдем прокачивать нашу команду. А это что-то не нужно было, ну ладно. Мы дальше пойдем прокачивать нашу... Опять потоптали, зараза. Никак не могу сказать. Мы дальше пойдем прокачивать нашу команду. Нам еще, в принципе, осталось прокачать. Давайте посчитаем. 2, 6, то есть 8 уровней для Эмбуара и Тропиуса, то есть если вместе их взять, да? И потом еще 10 уровней для Лукарио, то есть получается 18. А давайте как раз мы посмотрим, а сколько у нас Раркенди? Да че ты... Раркенди? А, у нас вот тут Раркенди есть. Ну, у нас 8 Раркенди, ребята, мы уже сможем их прокачать. То есть, мне кажется, даже нет смысла идти на остров. Наверное, уже сейчас мы их прокачаем, да и все. Зачем тогда мы столько парились с этими Раркенди, столько мы делали этот магазин, если мы их, в принципе, даже не будем использовать, да? Так что, ребята, давайте-ка мы уже сейчас прокачаем, сначала пойдем поспим, и потом уже, ребята, прокачаем нашу, если я не ошибаюсь, нашу четвертую команду по списку. Поэтому сейчас, это сюда. Так, может еще немного еды вот так взять. А то потихоньку уже, ну, кончается, не кончается, да, мне так до хрена еды. Это у нас тут, о, давайте еще тебя убьем. И пойдем прокачивать. Может, до себя что-то и выпадет. Фиг его знает. Так, Тропиус. Ух, тебя еще догнать нужно. Где ты? Где ты? Ух. Да ну нафиг. Если ты такая быстрая, что хрен тебя догонишь. Смотрите, она уже, короче... А нет, она возвращается. Вот она. Вот твою мать, вот ты быстрая, а. Так, отлично. Ну, 2 алмазика выпали, нормально. Так, вот так, отлично. Ну что, ребята? А, уже, в принципе, и спать не нужно. Уже утро, да? Поэтому и не идем мы даже спать. Так, давайте вот это выкинем. И что, ребята, прокачаем нашу команду. Давайте Эмбуару. 2 уровня. Вот так. Давайте Тропиусу 6 уровней. Вот так. Еще один. И отлично. И сейчас Лукарио, ребята. Так, что там было? Так. О, вот это я не знаю, может фор... Фиг, давайте вместо вот этого. И... Вот так. Ну что, ребята, смотрим. Эмбуар, 60 уровень. Давайте сразу же будем забирать вот это. И вот еще вылечим их. Желтион, шайни желтион, 60 уровень. Серпериор 60 уровень, Бластойс 60 уровень, Тропиус 60 уровень и Лукарио 60 уровень. Ну что, нет, мы потратили ровно 20 Раркенди. Значит, я что-то неправильно посчитал. 6, 18. Ну ладно, короче. Все, ребята, ставим их в компьютер, это тогда нам... Это тогда снимаем. Вот так. Фух, ну что, ставим вот сюда. То есть, четвертая по счету, да, вот так. Первая команда, вторая, третья, четвертая. В каждой команде у нас, походу, шайни есть. Тут шайни Агрон, да, тут шайни Райчу, шайни Пиджиот, да. Так, это у нас кто? Что-то я не то взял. Вот так, да? Или вот так оно было. Шайни Пиджиот. Тентакруэль вроде тоже шайни. Так, тут в этой команде у нас есть Магмартор, да? Вайлиплум. Кто тут у нас еще есть? Стараптор вроде у нас тоже шайни. Арбок шайни. Тут у нас Желтион. И все, ну и Лукарио, как бы, Лукарио не шайни, ну да ладно. Так, ребята, пятая команда по счету, если мы уже прокачаем пятую команду, у нас первый вот этот, как это можно назвать?
Первый ящик уже будет полностью заполнен покемонами. Ну, давайте, ребята, выбирать команду. Огненный. Огненный, я не знаю. Грувлит. Так, тут у нас кто? Грувлит, вот он. Нумел, вот он. Кто еще у нас есть? Пунита, вот. Вот. И Вульпикс. Мью. Ладно, и Вульпикс. Значит, тогда давайте, ребята, берем. Давайте Грувлита. Хочется. Пускай будет Грувлит, да? Вторая, кто там у нас идет по счету, сейчас посмотрю. Электрический. Электрический у нас Шайни и Ликит. Потом у нас кто идет? Трави... А что вот тут делает? Вот... А, ну да, как бы. Потом у нас идет Травяной, да? Тогда давайте... Хотя, в принципе, ладно, пофиг. Идет у нас Травяной, да? Вот он. Тут. Травяной у нас будет... Ух, точно. А-а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 . Где? Вот. Чертвик. Потом... Потом, кто у нас идет? Водный, да? Водный, конечно, говорю, можно было матки пословить, если бы мы его нашли. А в Пиплу, точно, у нас есть еще Пиплоп, точно. Летающий Арчен, фоссил покемон и дополнительный, конечно, ребята, Зоруа. Вот наша команда готова, как бы даже не пришлось долго вот это все... Все планировать. А вот так, в принципе, уже сразу знаем, какую команду мы выберем. Так, сначала, ребят, давайте я вот это все поскладываю в сундуки, чтобы тут не валялось. Сюда мы сможем вот это поставить. И вот это, и вот это, и вот это. Сюда. Вот так. Лаки, вот это, походу, нам нужно. Отлично. Сейчас нам нужно 1, 2, 3, 4, 5, да, и 1, да, отлично. Охренеть, мы 4 покемонов мастерболами словили. Чертвига, Пиплопа, Эликида и Зоруа. Охренеть. Ну да ладно. Арчен. Вот он, еще и фосил покемон в этой команде. Так, ну вот, ребята, команда наша. На... Вот сейчас, да, вот эта команда. Так, Грувлит. Шайни Эликид. Чертвиг. Пиплоп, Арчен и Зоруа. Зоруа, да. Так, это вот сюда мы ставим. Сейчас это... Да твою ж... Вот сюда. И это вот сюда. Отлично, ребят. Вот наша команда готова. Чтобы у нас бы... Сначала смотрите, что еще хочу посмотреть. Есть ли у нас травяной... И есть ли у нас водный покемон на следующую команду, чтобы уже на следующей команде у нас было. Травяной можно, например, еще взять того же Шайни Одиша, да, только эволюционировать его в следующую с помощью вот этого солнечного камня. В принципе, у нас, смотрите, еще и Тотодайл есть, я как-то не заметил. У нас есть еще и Сваблю, у нас есть еще Шайни Псайдак, Дратини у нас еще есть, ребята. У нас еще есть. У нас еще Поливерл есть. И, кстати, Поливерл и водный. И, в принципе, он еще и шайни. У нас Поливак есть. Так. И... Сейчас. И у нас еще вот этот кит, да, есть. Вайлмер. Тут большой вроде. Это он или не он. Шайни Голдин. Я не знаю. Шайни. Ну да ладно, так, а где Зор? Вот, что-то я не того поставил. Отлично. Ну что, ребята, идем дальше прокачивать. Но перед тем, как мы пойдем прокачивать, мы, наверное, пойдем на болото. А, мы же еще летать не можем. Вот я забыл. А мы сможем на остров тпхнуться? А, минус 840, 65 400. Просто чтобы посмотреть, сможем ли мы кого-то убить. 21-й нет. Вот 5-й. Главное на вот этого 37-го не кинуть. Вот, отлично. Так. Как раз. Такой тренер, 5-й уровень. Сейчас и пару уровней себе уже
Сделаем. Так. Потому что на больших уровнях нет смысла нападать даже, да, сразу нас убьют. 14-го может еще и убьем. Может. Ладно, давайте тогда Эликида 17-й. У него есть уже какие-то. О! На Ликида нужно изучить, ребята, опять, как мы сделали в предыдущей команде. Мы купили за 5 алмазов себе Thunderbolt. Мы купим себе за 5 алмазов Energy Ball. И что бы еще купить? Hyper Beam может еще купить. И вот то, Flamethrower, или как оно там называется, чтобы уже наша команда была сильная. Что мы, в принципе, сейчас, ребята, и сделаем. Алмазики у нас есть. Купить мы можем, чтобы наша команда сразу на начале была такая сильная. И, в принципе, можно сказать, мы уже всех убивать будем. Как раз давайте мы, в принципе, это и сделаем, ребята. ТП. Сколько нам там нужно? Давайте посчитаем. Flamethrower, Energy Ball, Hyper Beam, Thunderbolt. Ну, 20 алмазов, допустим. 4... 6 8, давайте вот это, 10 12 15 19, и вот так, по сути дела, правильно. А тогда нам даже магазин, в принципе, не нужен. А хотя нет, нужно же, чтобы продать же. Нужно уже, ребята, себе сделать НПС, который уже будет продавать вот эти темки, потому что я еще его даже и не сделал. А с ним как раз вот так будет нормально, можно и так сказать. Так, тут у нас это мы продадим. Это нет, что тут есть еще? Вот это. Так, вот тут это. Больше ничего, да? Так, тут у нас что? Лечилок нет, вот это есть. Камни эволюции. Это и вот это. 20 алмазиков. Сейчас, как мы это делаем? Вот. 20 алмазов, да? И берем себе темки. Какие там? 4 темок. Thunderbolt. Energy Ball. Так, это сюда давайте. Кто там еще есть? Что я хотел? Thunderbolt, Energy Ball, Flame, Flamethrower, вот. И что еще? И Hyper Beam, да? Вот. Отлично, ребята. Сейчас давайте сразу изучим, пойдем, подрыхнем. И потопаем, ребята, потопаем на наши острова 12-м... О, Шайни. Джиудут. Джиудут у нас уже есть Шайни, поэтому... Потопаем на остров, и, ребята, будем всех выносить 12-м уровнем Грувлитом. А, кстати, сейчас, вот что я еще хотел. Нужно себе на запас, взять, как его там, огненный камень, да, чтобы потом, только не говорите, что у меня его нету, пожалуйста. А, вот, я что-то как-то не заметил. Чтобы потом эволюционировать нашего Грувлита, да, в Арканайна. Это поставим, давайте сюда. И еще один прокачанный орб тоже туда. Два прокачанных орб. О, да что тогда мы будем, ребята, возиться, если мы можем взять еще один орб. Вот это. И прокачать. Точнее, еще один орб себе сделать и его начать прокачивать. Третий орб по счету. Так, ну что, Грувлит. Тебе мы изучаем. Вместо этого, допустим, Эликиду Thunderbolt мы изучаем. А у него и так ни хреновенькие атаки. Да ладно, Thunderbolt изучаем. Туртвигу Energy Ball изучаем. Ага. Так. И Пиплопу Hyper Beam.
А, не можем мы ему изучить. А когда-то, мне кто-то говорил атаку, которую охрененно можно изучить на водных покемонов. Я не помню, ребята, хоть убейте, не помню. Не Айперби, может Айсбим как бы у нас уже было, давайте возьмем тогда Тандер нам. В принципе, Тандер тоже нормальная атака, только Соларбим, у нас есть Соларбим вроде. Тандер нормальная, Shadow Ball можно изучить, а ну. Я не знаю, будет ли она нормальная, фиг его знает, нет, нельзя. Давайте тогда, знаете что, поменяем наш Айпербим на Айсбим, так как у нас было на вот этому. Так как у нас было, ребята, на Бластойзу, потому что я, если честно, не знаю. Еще раз, ребята, говорю, кто знает какие-то офигенные атаки, которые можно... Которые... А, сейчас. Сейчас я тогда только посмотрю. Да, вот это нормально, точно. Тогда мы поменяли Айпербим на Сурф. Ну, в принципе, такая, мне кажется, нормальная атака. Я говорю, ребят, если кто-то знает, то напишите. Да чё ты? То напишите, мы изучим. И, в принципе, вот, смотрите, ребята, у нас 12 уровень покемонов, да? А мы уже можем выносить Дарк. Дарк. У нас есть что-то. А вот это можно изучать? А ну, Shadow Ball. Вот это. Можно, вот, отлично. Это наш был, то есть мы взяли его с сундука, но забыл выключить вот это. Так, отлично. ТП-хаемся, ребята, на остров. И уже сейчас 10 уровнями будем всех разносить просто, мне так кажется. Но сначала, ребята, мы прокачаем Гровлита. Ух, давайте сначала лучше 15-го попробуем. Ну да, более-менее. Только не говорите, что опять залагала команда. Пожалуйста. Да ну нахрен, опять залагала команда. А, твою ж... Ну ладно. А, нет, не залагала. А почему оно... Мы сможем сбежать? Почему тогда не тратились вот эти удары в Гровлита? Если залагала команда, ребят, это 100% нужно перезаходить. Если я не перезайду, то потом весь опыт, который мы прокачаем, можно сказать, пропадет. А почему тогда вот это не тратится? Вот это меня... А, вот сейчас... Сейчас уже тратится. Я не знаю, может, лаги какие-то. Ну, ух, 22 уровень. Ну, я не знаю, давайте Эликидом. Эликид сейчас как раз... Ух, вот, как раз. Тогда, ребята, знаете что, качаемся мы, наверное, Эликидом. Качаемся, ребята, мы, наверное, Эликидом. Ну, в принципе, да. Вот эти, как раз, электрическим покемоном, вот тут на острове это просто охрененно, как качаться. Он еще и шайни, да? Потом тоже нужно будет его прокачать. Потом его тоже, ребята, прокачаем. Так, Сквиртл, с одного удара. С одного удара. Ух, сколько тут. Пошло вот этих уровней, да? Сразу. 25-й. Я не знаю, давайте попробуем. Офигеть, сколько опыта. О! Так, давайте тогда вот это. Вот это. Thunderwave. А у нас нету? А, нету. Фиг его знает. Офигеть. Ну, ладно, этого уже убили, это понятно как. А вот сейчас у него 25 уровень. Да, фиг мы его убьем. Арчи нам точно не убьем. Зуруа. Да, ну, в принципе, да, он вызвал 25 уровня, 25 уровень это реально до хрена. Избежать мы не можем. Ах, ну ладно, давай, убивай. Ладно. Этот нас убил, 25 уровень. Ну, в принципе, да. Какие у нас покемоны? Как бы еще не очень такие большие уровни, да?
Извиняюсь, так, ладно. Тогда давайте быстренько прокачаемся нашим... Нашим... 370. А, ну, только я хочу что-то посмотреть. 369, ага. Тогда, ребята, говорю... Сначала мы прокачаемся вот этим... Будем и ликидом прокачиваться, так как он, в принципе, офигенно тут прокачивается, ну, вот этих 17 уровней. Да мы уже и этих можем охрененно как убивать. На 30 уровне ты уже будешь и вот кейндлеров убивать уже всех. Так, он уже 20 уровней с одного удара убивает, можно и так сказать. Вот этого не убьет, хотя нет, он уже и вот этих может убивать. Электроголу. Да, не надо. Зачем? У нас есть Thunderbolt. А вот сейчас вот этого мы уже убьем. А у него, в принципе, только два покемона, ну ладно. 36-й нет, 33-й. Ух, что-то мне кажется. Хотя... Наши ликид ребята уже рубают просто-напросто. Так. Да, не на того кинул. Хотя... Офигеть, ликидушка, ты, конечно, рубаешь. Смотри, сколько уровней, это сдуреть можно. Так, давайте вот это изучим. Уже, ребята, уже пиплоп эволюционирует. Уже. Пока можно попить что-то, пока он там эволюционирует. Да, ребята, у меня скина нет, потому что у меня нета сейчас нету. И поэтому скин не загрузился. Так, ну что ты? Эмполион. А, нет, Эмполион это третья эволюция. Принплап. Так, вот это. Отлично. Потопали дальше. А на каком Тюртвик эволюционирует? А, ну, на Гроулита он напал. Нет, у нас Thunderbolt кончился. Да твою ж, зато Зуруа сейчас тебе. Нет. Сейчас тебе... О, вот, Тюртвик, охренеть, тоже куча опыта. Так, вот это сюда. Вот это сюда. И Тюртвик эволюционирует, ребята. Ну, первым покемоном, которым нужно качаться на таких островах, это 100% вот этот. Как его? Тюртвик. Просто смотрю на Тюртвика, как он эволюционирует, и говорю, это 100% электрический. Так, Гротл. Давайте вылечим. Да, не ты, ликид. Вот, Гротл. И кто там еще эволюционировал? Принплап, да? Первым делом нужно, ребята, 100%. Я не знаю, сможем ли мы его убить. Охренеть, ликидушка. Ты, конечно. Куча уровней. 4 алмаза, охренеть. Ребята, первым делом, каким покемоном нужно прокачиваться на таких островах, это 100% только электрическим. Это просто охренеть, какие электрические на вот этом острове сильные. Ладно. Принплуп, я не знаю, сможет ли он его убить. Сможет, отлично. Так, Water Bubble. Давайте вот это тогда. Так, вылечим. Вартортл. А, нужно было... Вот, попали. Отлично. С одного ударчика. Уже. Так, вылечим, покушаем. Ты какой-то уровень, 18-й, 29-й. Ну, 18-го нам уже, в принципе, даже бить нечего, мне так кажется. Так. В принципе, зато убьем, да, уровни нам дадутся. Опыт, вот. Уровни. Сколько мы, ребята, уровней прокачаем за одну серию, ребята? Ставьте ставки. Ну, в принципе, серия уже как бы еще не конец, но все же. То есть, более-менее мы уже, ребята, прокачали. Ancient Power, Quick, вот так. Более-менее мы, ребята, уже прокачали уровень. То есть, смотрите, ликид уже 29-й за одну серию. 29-й уровень. Офигеть. Ух, нихрена себе ты напал. Да ну нафиг, ты... Да, 43 уровень на нас напал, охрененно. Так,
Ликит уже 29 уровень, ребята. Это охренеть реально много за одну серию вот так прокачать. Так. И Эликидушка, ребята, эволюционирует в нашего электробаза. А в Электриваева мы прокачаем, дайте подумать. Ну, чтобы не было очень поздно и чтобы не было, в принципе, уже прямо сейчас, давайте мы прокачаем в Электриваева на 40 уровне. Электробас. Вот он, ребята. Шайни. Отлично. Уже. Три эволюции за одну серию. Вот этот 29 уровень, мы уже его даже сможем убить. Лапрас! Я хочу Лапраса, у нас нету Лапраса. Точно. И жирный, зараза. Бластойз. Еще раз, 2000 опыта. Ладно, это нам, в принципе, не нужно. У него, в принципе, и тоже такие большие уровни. У него около 30 уровня. Все покемоны. Ну и так мы уже, в принципе, всех убиваем. Практически вот этого электрода 43 уровня. Немного. А, так, они в бою, да? Эти не в бою. Ух, 47-й. Хотя с трех ударов мы его, ребята, убьем уже. Из-за него сразу дает так около трех уровней. Нет, не ты. Ты, Гровлит, тут как-то не очень, знаешь. Файер. Отлично. 34 уровень. Электробас. Уже. Офигеть просто. И у нас уже, ребята, три орба практически прокачаны. Ну, как бы два прокачаны. И вот сейчас вот этот. Что у нас есть, да? Краби, еще и тебя убьем. 35 уровень. Сколько там? 334. Более-менее нормально. Так, 13 нет. Вот тебя... Дай охренеть. И тебя даже убьем. Так, там еще было, да, одна... Джиглипуф. И еще раз. Отлично. О, давайте вот эту. Отлично. Так, кто тут еще есть? Какой-то большой уровень. Все, мы уже сейчас 36 уровнем электробаза всех убиваем. Давайте ему уже до 40 прокачаем. До 40-го. И потом мы уже, ребята, сможем его эволюционировать в Электривайва, так как мы делали, как бы. Мы же не можем эволюционировать его с помощью. Твою мать. Да ну тебе. Мы же, ребята, не сможем эволюционировать. Электробаза с помощью трейд-машины, как он, в принципе, эволюционирует, потому что это нужно с кем-то обмениваться, а сам с электробазом я никак не обменяюсь, да, или там, не знаю, какого-то покемона попрошу, чтобы он зашел в трейд-машину, да, и мы с ним поменялись. Поэтому сделаем так, как мы делали это, да. Заспавним нового Электривайва. Изучим ему эти удары, которые мы купили, флеймтровер, да. И нормально будет. Так, давай, сейчас ты уже 39 уровнем должен быть, по идее. Там. Ладно, это нам не нужно. Ну, тебя мы тоже сможем убить, только не Гровлитом. Гровлит еще, я не знаю, что-то, ну, в принципе, понятное дело, да, то есть... Огненные покемоны, им нечего тут делать на этом острове, да, то есть тут только водные, а огненным против водных покемонов, да, как-то вообще нелогично, но зато его мы можем прокачать другим каким-то покемоном. Так, быстренько. А, он уже 40 уровень, нифига себе. Он уже 40 уровень, ребят, электробас наш. Уже.
Отлично. Ну что, ребята, давайте тогда идем домой. Давайте посмотрим. Давайте еще убьем вот этих двух, которые вот тут, чтобы, может, еще кому-то уровень поднять. Вот как раз два уровня где-то подняли. За этого, может, еще кому-то уровень поднимем. Тоже 2-3 уровня. За этого тоже, может, уровень... Уровень 100% самому электробазу мы поднимем. Так, вот. Смотри, ребята, грувлит. Давайте сразу домой. Вот. Грувлит 25 уровень. Электробас 45 уровень. Гротл 28 уровень. Принплаб 27 уровень. Арчен был первым уровнем. И мы его даже не прокачивали. Мы его прокачивали только, ребята, экспешером. Он был 25 уровень. Он был первым уровень. Сейчас уже 25. Зоруа тоже был, было там... Где-то 11-м, сейчас 26-й, ну я не знаю почему так, или 5-м она была, ладно, я не помню, но сама суть, то что мы, ребята, действительно очень много прокачали уровней, и это, в принципе, как раз так нормально, электробаз уже 45-й, это реально охренеть как много. В следующей серии, ребята, мы его уже эволюционируем. Ну, на этом, о, Зоруарк. Давайте на этом уже закончим. Не забываем, ребята, чем больше лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.